С днем рождения, пап. Живи до 100. С днем рождения. Хочу сказать пару слов. Я прожил на этом свете 80 лет. Я много думал и решил объявить об этом официально. Я возвращаюсь в Орегон. Я хочу умереть. Что? Пап, прекрати. У меня день рождения, милая. Говорю, что хочу. Продолжай. Милая, передай хлеб. Я не хочу здесь жить. И не говори, что сама не мечтаешь от нас избавиться. Мам, ну скажи что-нибудь. Он все для себя решил. Я не отпущу его с незнакомцем. И кто его тогда повезет? Даже не думай. Тебя никто не заставлял ехать. Я и не спорю, а похоже, что споришь. Да, гораздо приятнее, чем ехать с незнакомцем. Они всю жизнь провели вместе. Прокатимся еще денек, он выдохнется и никуда не денется. Вернется домой. Туалет есть только для покупателей. $10 минимум. Это мой тесть. Ага. Я везу его в Орегон, чтобы он покончил с собой. Порядок? Но они совсем не знают друг друга. Может, тебе попить Виагру? Может, тебе попить Виагру? Поговорим, когда у тебя между ног будет картофельное пюре. Родной, потише. Вот твой майонез. Режиссер Джоэл Дэвид Мур. Приехали! О, Дэнни, какой ты красавчик. Спасибо, мам. Я рад, что ты здесь. Одному мне его не отговорить. Живо разворачивайтесь. Я прилечу и во всем разберусь. Я на это не подписывался! Фрэнк Ланджелло, Билли Крудоп, Кристина Эпплгейт, Мэри Кей Плейс и Джош Лукас. Дайте мне сначала с одной семейной катастрофой разобраться. На удивление жизнеутверждающее. Ты почему здесь? Здесь мое место. Вы все от меня отвернулись. Давным-давно. Ты собрал всю семью в Орегоне, где все и началось. Что теперь? Молодость в Орегоне.